другого человека, просто вот Господь призывает, вот как сестру Неонилу. Она в преклонных летах начала испытывать потребность вот в писании иконы. Вот ей было 60, по-моему, с чем-то лет. Это просто какое-то, ну не знаю, удивительное. Для меня это просто, ну на самом деле, чудо какое-то. Ну вот человек 60 лет захотел писать иконы. Он не зная вообще, что, ну не держа ни раньше кисточки в руке, она начала писать. Но у нее самое главное монашеское, ну как вот иконописное делание, это делание молитвенное. Вот, а самое главное, это оно и есть общение с Богом, молитва. Она создает икону, образ, который помогает человеку общаться.